Мне всегда, честно говоря, перед учителями, вот я чувствую, учитель выходит, и мне как-то вот потихонечку становится неловко, как двоечник, знаете, что ты не пропустил я, выучил я урок. А вот Михаил Леонидович, конечно, это, вот я считаю, что это как раз лучший представитель, один из лучших представителей именно нашей петрозаводской карельской интеллигенции. Вот всегда он настолько тактичен, настолько грамотен, настолько вот всегда... Подход у него, вот, может сказать два слова тихим, спокойным языком, вот так вот, и все к нему прислушиваются.